Друзья, всем привет! С вами опять Павленти. Сегодня 16 февраля, 10:55. Вы, наверное, могли подумать, что меня не было несколько дней, я умер. Но нет, я все еще жив, челлендж продолжается, я вас поддерживаю так, как могу. Каждый день я что-то делаю, могу купаться в океане, могу лежать на диване. Могу еще что-то делать, бегать и так далее. Поэтому все нормально. И сегодня я вас поддерживаю, как обычно, купанием в Атлантическом океане. Я сейчас нахожусь в пригороде города Альбуфейра. Довольно крупный город с большой русскоязычной общиной. Очень много украинцев, русских, белорусов, ребят. И здесь очень много тоже красивых пляжей, как и во всем Алгарве. Сейчас я нахожусь на одном из них. Будет много разных названий, я вас ими не гружу. Укажу в комментариях фотографиям в альбоме, как обычно. Ну, а сейчас буду собираться, переодеваться в плавки и попробуем купаться. Как видите, сегодня океан не такой спокойный. Есть волна. Сейчас, мне кажется, время прилива. Здесь вот такой вот пляжик. И я хочу попробовать начать с него и буду дальше продвигаться на север. Доберемся, возможно, сегодня до Альбуфейры. Как обычно, в конце видео сегодня вас ждет, за счет того, что меня не было несколько дней, видео точнее не выходили, то ждет большой, красивый видеоряд, снятый с воздуха, с земли, возможно, под водой что-то будет. Короче, все как обычно, поехали. Так, друзья, Альбуфейра, собственно, самый главный пляж, сам город. Как вы видите, что тут происходит. Тут я заходить в воду даже не буду пытаться. Здесь очень пологий вход, за счет этого очень на длинное расстояние разливается волна. Вход и выход будет очень сложным. Волна большая, поэтому здесь не купаюсь, просто летаю, показываю вам город. И дальше отправляюсь на следующие точки поддерживать челлендж. Все, всем пока, досматривайте видео до конца. So hard and got so far.
Doesn't even